Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Мозес, и сегодня мы поиграем в Skywars Duels на сервере под названием Hypixel. Ребята, что же, погнали! В принципе, ребята, это еще не все новости. Еще есть новость в том, что у меня новый скин, в принципе. Ну, как он не новый, это мой официальный скин. Теперь он у меня всегда вот такой вот будет, в принципе. И сейчас зима, но я все-таки решил себе не делать зимний скин. Как бы, этот скин все равно, как будто бы он зимний, видите, я в такой кофточке. В принципе, да, и он у меня будет вообще на все время, на каждое время года. Да, я думаю, что это довольно-таки круто. И да, в принципе, ребята. Что же вообще такое, ребята, Skywars Duels? Смотрите, вот на Hypixel вообще добавили новые мини-режимы. Вот, даже когда вы нажимаете на компас, тут есть дуэли, вот уже дуэли. И вот также прототип-то, то есть тестирующиеся уже. И тут входят дуэли также. Ну, новые мини-игры, на них сейчас больше всего людей играет, ну хотя нет, на Бадварсе больше, и на Скайварсе, в принципе, ну ладно. В принципе, да, вот такой вот Skywars, ну не Skywars Duels, а просто дуэли, вот, в принципе, есть соло дуэлс, а есть Team Duels. Team Duels — это когда два человека, две команды, то есть и в ней по два человека, в принципе, я думаю, то, что понятно объяснил. Следующее — это соло дуэлс. Соло дуэлс — это дуэли один на один, то есть в одной команде один человек, и в другой команде тоже один человек, в принципе. Все вот эти вот дуэли, они были добавлены недавно, а вот Skywars Duels были добавлены буквально вот день назад, вот, ну, как я знаю. Ну, это я записываю так видео, на самом деле оно выйдет немножко попозже, не день назад, да? Вот, в принципе, Skywars Duel и Combo Duel. Combo Duel я, наверное, в другом видео как-нибудь обозрею, но Skywars Duel — это очень, на самом деле, крутая штука. Skywars Duel — это типа Skywars один на один, на самом деле здесь можно просто тренироваться перед Skywars'ом, что очень даже круто, на самом деле, будет. Но давайте уже перейдем, а то я объяснял и надеюсь, что вы все прекрасно поняли. Давайте, переходим уже. В принципе, уже начинается наша игра, и в принципе в этом Skywars есть также классы. Классы тут бесплатные, их не надо, ну, не надо искать в каких-нибудь там мистических сундуках, их просто можно выбить, и они даются очень легко. В принципе, сейчас я играю с классом скаута, это очень на самом деле крутой класс. В нем вы как бы, как вам сказать-то, вам даются зельки со спидами, то есть со скоростью, и в принципе, это самый крутой скаут, какой класс, как по мне, на самом деле, потому что он реально топовый. И давайте вот уже этого чувачка. А, у него класс Догис, у него, ну, как Догис. О, вот, Fire Aspect, все, он будет теперь гореть с моим мечом, поэтому ему уже точно от меня не уйти, ребята. Чё, чувак? Чё, ты боишься меня, боишься? Да, бойся, я пока тут буду переодеваться. Ну, да, как бы это странно не звучало, так это и есть. Вот снежки, в принципе, возьму. О, у меня кончилась скорость, в принципе. Давайте уже построимся к нему. Ребята, этот песик, кстати, наверное, злой. Давайте-ка его убьем. Злой, интересно, он. А, я не попал в этого чувака, на самом деле. Извините. Ой, господи, господи, чуть не упал, на самом деле. Чё, пёся, боишься меня? Пёся упал. Вот этого чувака, он какой-то лагучий на самом деле, типа чё? А, я его победила, ребята, в принципе. ГГ прописываем, ПП. Конечно, ГГ прописали, в принципе, нам далось плюс 5 кармы. Давайте уже перейдем к следующей игре. Я невидимый, да. В принципе, давайте теперь возьмем класс Арборер, то есть с броней. Тут дается, как я понимаю, алмазный нагрудник, все остальное железное. Да, еще ботиночки алмазные, в принципе. Ну, почти алмазный сет, но вот теперь со шлемиком точно почти алмазный сет. Если еще попадутся штанишки, вообще все будет офигенно на самом деле у меня. Но тут, к сожалению, нету спидов, то есть скорости, и поэтому будет не так весело, в принципе, как с классом скаута. Но, в принципе, карта интересная. На самом деле, я тут уже тренировался, так скажем, играл. И что с тем чуваком? Тут есть, в принципе, вот это вот. Интересно, он строится? Он, по-моему, АФК. Ребят. Ребят, я просто не знаю, что сказать. Люди не умеют играть. Понимаете? Они странные какие-то люди попадаются. Я думаю, я надеюсь, по крайней мере, то, что хоть какой-то человек попадется жесткий, чтобы я его смог убить нормально. Ну ладно, надо только верить о том, ну как-то скучно реально играть. Давайте теперь следующий класс. Нет, давайте опять со скаутом, на самом деле, мой любимый класс, обожаю его. О,
Это моя нелюбимая карта, ребят. Я ее реально не люблю. Мой друг докажет то, что я ее не люблю. Да, как вы поняли, в принципе, я могу снять видео с моим другом, как я играю на этой карте, в принципе. А, ну, не на этой карте, а вообще на Skywars Duels, потому что, типа, я играю с другом, и мы друг с другом соревнуемся. Это на самом деле прикольно должно быть. Ну, я так думаю, на самом деле. Если я сейчас на своей нелюбимой карте сольюсь, это будет на самом деле нормально для меня, потому что это моя нелюбимая карта, в принципе. Ой, офигеть. Будет стрелять сейчас. Давай, пацан, стреляй, стреляй. Хотя это тебе, в принципе, ничего не даст, как я думаю. Чё ты там спускаешься? Нет, теперь будешь тут идти. Я же понимаю, куда ты идешь, что ты там делаешь. Да что мне делать, я не знаю, тут что-то очень странно на самом деле, как-то скучно на самом деле. Я не знаю, я не хочу, я просто пойду делать киллы, я хочу его убить уже поскорее на самом деле. Если он меня сейчас стрельнет, мне будет все равно. Ну, короче, упал. Сейчас придет сюда, наверное. Да? Ну, мы, в принципе, разольем лаву. Теперь я наверху, на самом деле. Где он? Ну, где-то чувак. Чувак. А, ну, вон он стоит, из лука там стреляет. Офигенно, на самом деле. Обожаю таких людей просто, на самом деле, ребят. Ну, короче, делаем вот так вот. И... Офигеть, ребята, я победил. Он тупо не откидывался, ребят. Но я все равно затащил. Моя любимая лава мне все-таки, ребята, помогла. И это довольно-таки круто. Давайте уже перейдем к следующей игре. Так, что тут? Я даже не знаю, какой класс. Давайте рандом кит возьмем на самом деле. Рандом кит, то есть, ну, рандом это выбирается сам за вас класс. И какой-то у нас странный класс, наверное. Какой-то механик, что ли, тут. Всякие какие-то прибамбасы даются, чтобы что-то чинить, как я понимаю. Не, на самом деле круто. Ребята, тут дается паутина. Паутина это топово на самом деле, потому что, ну, вы знаете, что делает паутина. Я просто могу того чувака... он может просто застрять. И, в принципе, это будет круто на самом деле. Паутина, это очень круто, ребят. Так, давайте уже простроимся. Ребят, давайте на этой все-таки карте, вот, на следующей карте уже у нас пошла карта. Давайте возьмем класс по названию, рандом класс, то есть мы не знаем, какой класс нам попадется. И нам попался класс диска, я его знаю по Skywars, потому что у меня есть такой класс на Skywars. Но почему-то, кстати, здесь не дается пластинка. Откройся. По какой-то странной причине реально тут не дается пластинка. Ну ладно, в принципе, это ни о чем не говорит, в принципе, поэтому ладно. Играем дальше, в принципе. Ес, yes, все. О, интересно, объяснил. Гей! Здрасте. Молодой человек. Сейчас лаву поставят, смотрите. И сам себя поджег. Красавчик вообще. Красавчик. Красавчик, чувак. Красавчик просто. Обожаю таких людей на самом деле. И, ребята, давайте уже следующая игра поиграем с каким-нибудь идиотским классом под названием класс с собачкой. У нас будет собачка, которая нам ничего не будет давать. Вот собачка, вот ставим тебя, вот это ты мой песик, я тебе, как тебя назвать, только не сиди, ты будешь мне помогать в бою, в принципе, да. О, тут чувак уже на центре на самом деле бегает, пока я тут это стою, ничего не делаю на самом деле. Как тут пройти-то можно? Он бегает на центре, как я понимаю, ну или нет. Карты все-таки одинаковые как-то попадаются, не знаю почему, ну ладно. Давайте уже простраиваемся, в принципе, на центр. Круто, ребята, круто, круто. Обожаю людей, которые просто выходят. ГГГ написал, но, в принципе, я затащил. Это была честная, на самом деле, победа. И давайте уже перейдем к прощанию. В принципе, дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Поставьте на него свой лайк и подпишитесь на канал. Ну что же, с вами был я, Мозес, и всем пока.